Всем привет! Привет, друзья! Ну что ж, мы сегодня вышли еще на одну активную нашу поездку. Да, у нас предстоит прогулка по... На катере вдоль побережья. Мы увидим какой-то красивейший водопад. Посмотрим, насколько он красивый. В общем, мы собираемся все для этого сейчас снять. Так что поехали, посмотрим. Начинаем свое путешествие. Сегодня вообще по плану у нас были водопады Шамары. Но в связи с тем, что их проходит какой-то национальный праздник, и ничего не работает, все достопримечательности закрыты, мы решили все-таки не останавливаться и посмотреть водопады, которые можно увидеть со стороны моря. Сейчас мы заплыли на речку, которая втекает в море, и движемся к водопадам. Посмотрим, как это будет. Да, сейчас мы на слиянии пресной и соленой воды. И здесь сейчас откроется перед нами уже, мы уже вплываем в реку, и здесь будут прекрасные виды, слева будет джунгли типа того. И скоро мы увидим водопад. Вот мы уже находимся в русле реки. Сейчас тут должны открыться прелестные виды, так что наблюдаем. И будем надеяться, здесь будет не очень многолюдно, так как все-таки основная группа туристов уже здесь побывала. У нас практически эксклюзив будет. Вот и водопады открываются. Обезьяна вот сидит в жиле. А люди увидели, вот она, обезьянка. Они занимаются сексом. Эй, манки. Thank you.
камни прям. Ну да, тут все надо знать, как будет. Ничего себе, здесь такие камни. Смотри, здесь еще камни. You know this road? There are a lot of stones out downstairs. Уже чувствуется прохлада. Очень красиво. Ты не жалеешь, что мы поехали сюда? Да нет. Наша поездка экспромт удалась. Здесь надо быть очень опытным, наверное, водителем лодки, для того, чтобы хорошо здесь управлять. Очень-очень много обезьян. Летучие мыши висят, спят, отдыхают. Ну что ж, вот он наш первый водопад на Маврике. Да. Очень отличное место. Заплываешь с океана прямо через речку к водопаду. Отличный пейзаж. Надо сказать, что нам выпала такая возможность. Мы сошли на берег. Тут такой вот вид. Как ты поднимаешься и переснимаешься? Приходится как-то это делать. Такой вот у нас отличный водопад. Очень там даже красивый. Можно сейчас будет искупаться, что мы сейчас сделаем. Да, Оля? Да. Продолжаем наш спуск к водопаду. Осторожней. Мы сейчас будем
приступать к водным процедурам на водопаде. Okay. So we can leave the glass and again go in the water. Okay. Ну подплывай сюда. Я поплыву вот так. Давай. Я поплыву. Хорошо. А ты не хочешь прыгнуть еще раз? Нет. Уверен? Да. Ну что, вот мы находимся практически уже за водопадом. Отсюда начинается все самое интересное. Здесь в сезон дождей, с гор очень много воды. И она поднимается практически, как нам сказали, до 10 метров. Вот там, если видите, есть такие углубления. Эта вода делает глубокие воронки. Они где-то диаметром, наверное, не знаю, метра полтора, глубиной метра три. Такие глубокие в камнях отверстия. Здесь можно прыгать, я только что это делал, но не было камеры, я не смог это все снять. Но здесь очень здорово, пресная вода. Очень круто, рекомендую всем здесь побывать. Олечка вон плавает. Ну что, мы поплывем дальше, нас ждет уже лодка, наш гид. Хороший парень. Good. Ну что, отправляемся дальше в путешествие. Посмотрим, что у нас здесь еще есть интересно. Здесь надо быть очень осторожным, здесь очень валуны такие, их местами не видно, можно удариться, где-то они скользкие в водорослях, но нам уже гид показал, где можно ходить, где нет. Я вот сейчас пытаюсь здесь по старой дорожке пробраться, сейчас у меня здесь предстоит заплыв. Оль, возьми камеру. Thank you very much. Thank you. Hey. Ну что, пошли дальше. А вот и сам водопад. Вон люди там плавают. Местные жители прыгают прямо отсюда, с водопада, туда. Я не знаю, куда там камни, но они, видимо, все знают. You jumping? Jump? Yeah? Вот представители, которые сейчас будут совершать прыжки в воду. Бесстрашные парни. Crazy boy. Yeah. Thank you. Ah.
что ж, теперь мы спускаемся к нашей лодке опять по камням. Кстати, это все лава, она очень сильно нагревается, ноги просто кипят. Босиком очень тяжело. Поль, иди на траву. Одни молятся каждый день ему для того, чтобы с ними ничего не случилось, и он их оберегает. Рыбки, по-моему, на все море. Так что как-то не очень. Остальные выловили нам на обед. Да, видимо, сейчас они будут у нас на обед, так что мы поплывем сейчас на ланч. Он уже нас там ждет. На каком-то еще красивейшем там острове. Поехали туда. Ну что, вот мы прибыли на еще один остров. Нас здесь ждет ланч. Пока ничего не можем сказать об этом месте. Только помимо того, что здесь, наверное, расположены одни из самых дорогих отелей, потому что напротив находится Four Seasons, на этом отеле, на этом острове тоже находится какой-то очень дорогой отель, новый, находится частные виллы напротив, здесь очень спокойное море, много активности, потому что здесь катаются на бананах, на ватрушках, и очень много катеров ходит. Ну что, пойдем посмотрим, что здесь есть. Ну вот, нас подвезли к ресторану. Тут еще надо пройти немного по пляжу, чтобы в него попасть. Давай. Да. Такой у нас тут вид. Очень красиво здесь. Сосны кругом. Да, здесь такая спокойная вода. Тишина просто. Птички поют. Ну, мелко, да. Ну, воду мы испытаем попозже. Продегустируем, какая здесь кухня. Да, пойдем, пообедаем. Пойдем, тем более, что мы зарезервировали ресторан. Мы наконец-то добрались до ресторана. И уже взяли по коктейльчику. Да, мы уже пьем коктейли. Мы находимся на пляже. У нас здесь прям чудесный океан. Тут такая тишина, ветерок, морской бриз, да? Да, очень релаксирующий. Мы ждем сейчас наш ланч. Пообедаем, и потом мы отправимся уже... А куда мы отправимся? Мы отправимся в отель. Да, мы отправимся уже в отель, но нас еще ждет очень много интересного, так что не отключайтесь. И попробуем снять видео для вас с дрона этого прекрасного места. Пообедали и решили немного здесь попробовать позапускать дрон. Посмотрим, что здесь за прекрасные виды нам откроются, да? Угу. Нам вида вообще офигенно. Олечка унесла с ресторана бокал шампанского. Заплачено. Типа, говорит, все за нее заплачено, так что. Окей.
Ну что, полетаем? О, смотри, как остров. Закончили наш ланч. Сейчас мы отправляемся обратно на большую землю и поедем в наш отель. Да. Нас ждет транспорт. Наверное, мы немного опоздали по времени, но это все из-за организации данного места. Ну ничего, дружище нас дождался. Итак, несмотря на то, что сегодня обрушилась наша надежда на экскурсию в Шамарель, мы имели потрясающую экскурсию на лодке, посмотрели волшебный водопад, пробрались по нему до, не знаю, как бассейна, где у нас был массаж спины под натуральными струями воды. А что ты скажешь? Ну, отличное место, да. Мы порекомендуем его посетить обязательно. И рекомендуем вот этих вот ребят. Они здесь занимаются этими активностями всеми. Так что хорошая лодка, хороший парень, который все рассказывает популярно. Так что обращайтесь к ним. Майкл Джексон. Вот Майкл Джексон.